Ну, прицелил забыл взять с собой. Прицелил в комплекте, да. Еще рабы. Как жить-то дальше? Как жить? Осталось не помню. Как же пизда. Уже наездился. Снимаю долго. Под фокус работает. Не надо. Это повертайло. Тоже пиксели. Это надо фокусировать, конечно. Пацаны на автомате работают. Такой фрейм нормальный. Что тут делать? Снял. Сейчас вам показать. Что все в порядке с ним. Алюминий здесь необычный, 60-13. Покажи, а тут микрометина. Подожди, снимай. Сейчас сниму. Солнце как падает. Побульскую. Давай помять или что там. Да угу. Не знаю, зловы так. А видно и видно. Все видно вообще. Це все видно. Це все видно. Покажи, це. Це теж видно. Це потертості. Потертості хватає. Прикольно, що є куча всяких кріплень, можна собі понавішувати все, що хочеш. Так, що хочеш. Хоч УЗІ, хоч АКМ. А тут ще якась потертості. Оооо. Це попередній власник щось тут зробив. Щось тер, що він хотів зробити, я так не розумію. Думаю, може, та срібло. На срібло все. Да, на срібло. Дніще. Та ні. Серебряні рами. Ну тут покажу, яка заглушка. Ну, заглушка, да, і що. Вона отдельно стоїть 50 баксів, наверное. Лопаты снял. Что я не помню?